До опупения на почте в главной роли у населения принимала бандероли. Заказные письма и посылки, всякую хуйню и дребедень, аж из жопы сыпались опилки каждый злоебучий божий день. Никакого творческого роста, а без роста творчеству непросто. А ведь она стихи писала вдохновенные, танцы модные плясала невъебенные, и картины рисовала пейзажные, на фортепиано исполняла темы джазные, арии из опер пела классических, и в театрах преуспела драматических, рэп читала не хуже Snoop Dogg'а, в баскетбол и тот играла немного. Видно, крышу здорово снесло, не на шутку стала заморачивать, раз ее на почту занесло, жизнь свою в посылке заворачивать.